Да, ведь человеку 34 года и зовут его Денис. Ой, привет! Привет! Приветик! Ой, нихуя себе у тебя фотик! Ты что, фотограф? Купила зеркалку, смотрю. Да, я фотограф. Анастасия, фотограф в вашем городе. Это моя группа ВКонтакте и в Инстаграме. Да? Да. А что ты фоткаешь? Ой, я сейчас фоткаю много чего. У меня подруги в основном, я подруг своих фоткаю. Подруг фоткаю. Мы ходим с подругами в лес. Потом мы ходим с подругами к ним домой. А потом еще ходим везде и фотографируем. Типа, я фотограф. Да ты что, фотограф, да? Да, я купил себе зеркалку Nikon. Nikon D5100. Кит, объектив Кит. Ого, Кит объектив. Это, наверное, качественная зеркалка. Это очень качественно. Мне мой купил за 35 тысяч рублей. О, так ты теперь профессиональный фотограф с таким-то фотиком. Ого. Бля, какой же ты ебанат. Я свою подругу фоткаю и сама делаю макияж для фото. Накрасила темненькие глазки, юбка такая, типа ведьмачья. Ведьмачка типа ходит, а ее парень, Геральт. Геральт, это фотограф. Заходи ко мне в Инстаграм, увидишь мои фотки, мои работы. О, это твои работы, 5 фоток подруг твоих? Да, это пока мое портфолио. Я купил себе Nikon 5100, да. Кит, объектив, кит, диафрагма 4.0. Да, в темноте можно фоткать 4.0. Ого, я хочу свадебную фото. Так я, получается, когда женюсь, мне не нужно будет фотографа искать за 50 тысяч рублей. Да, я бесплатно фотографирую на свой кит. О-о-о. Да блин, где можно найти вариант получить бесплатные скины в КС-ке? Чувак, так тебе на Epic Drop. Там есть временная бесплатная мини-игра с разминированием бомбы. Перерезал проводки на бомбе правильно, получил приз. Скины, кейсы, промики и другие бонусы. Играть можно бесплатно, раз в час, даже на твоем телефоне. А за накопленные победы можно фармить вот эти геройские кейсы с вот таким халявным наполнением внутри. Просто за то, что играешь в мини-игру на уроке или, я не знаю, в туалете. В общем, найдешь ее по ссылочке снизу. Там же еще и промо на 15%. Советую поставить ролик на паузу и проверить все самому. У меня еще фотик снимает видео Full HD. Понимаешь? Full HD у меня. Я хочу купить себе косметику, кстати. Сейчас новая косметика китайская появилась. Ты знаешь, Maybelline New York называется, представляешь? Ага, я буду бьюти-блогершей. У меня есть видеокамера такая на телефоне. Я буду снимать, куплю себе такую лампу круглую, она будет светить на меня. Я буду краситься и показывать девочкам, как можно быть красивее. Мы и так, девочки, создание божие, а так мы еще станем более яркие и красивые. Прежде всего, нужно нравиться себе, а не потом уже другим кому-то, мальчикам. Да, это я, Светлана Мейкап. Да, это я. Я пойду в бизнес, буду бизнес делать. Мне мой купит вот эту сушилку для ногтей. Арендует помещение прямо в нашем доме. Мы на 5-м этаже, а это будет на 1-м. Да, это я, Светлана Мейкап. У меня еще фотик есть, Nikon 5100 Kit. Кит, я буду фотограф, еще фотографировать все свои работы и в Инстаграм выкладывать. Это мое портфолио. У меня даже есть постоянные клиенты, уже целая база. Это Светлана, Светлана 2 и Светлана 3, это мои одноклассницы. Я весь бизнес-вумен, тебе не понять. Это бизнес, купила новый iPhone 12 Pro X. Ой, привет. Ты знаешь, я вот с девчонками посоветовалась. Мне сказали, что сейчас самое, что прибыльное, это бизнес. Так я в бизнес пошла, понимаешь? Да, я ногти наращиваю. Зайди ко мне в профиль Анастейшн. Я таких скуфов, как ты, с Роленкой развожу. Вы свадьбы играете, дурачки, в кредит, а я по 100 калутаю с таких, как ты. До чего человека жизнь с роли довела.
Я была в магазине, такой магазин есть, знаете, там топ-бренды продаются, топовые, но по скидкам. Называется «Фамилия». Я купила там брендовую шмотку всего лишь за 3000, а она там перечеркнутая, ценник, старый ценник, перечеркнутый, оригинальный. Знаешь сколько? 30 евро. А я за 3000 купила, а «Фамилия»? Вот это да! Версачи, Тони Макетти, блядь. Глядите, как этот каблук распухарился по жизни подруга. Сплетничать и обсуждать косметику. А я напоминаю, что человеку 34 годика. Ой, привет. Кому на... свою группу подарил. Я все свои работы выкладываю в ВКонтакте. Один человек подписан целым. Все мои подружки. Подружки? Светлана и Анастасия? Это Анастейшн, да, мы с подругами ходим по клубам и по барам. Бухаем, то есть, ну, тусим, так называемый отдых по-взрослому. Мы такие состоятельные, мы такие серьезные девочки. Мы ходим в клубы, в бары и пьем дорогой алкоголь. А потом домой приходим и ложимся спать. А утром у нас бизнес, мы наращиваем ноготочки. Ты знаешь, я так поняла, что косметика, мода, вот эта мода, да, это самый прибыльный бизнес, мода, вот эта вся косметика, это так интересно, быть красавицей, понимаешь? Я решила в бизнес уйти полностью. Я попросила своего мужчину арендовать мне помещение за 10 тысяч рублей. Да, мой парень. И он мне купил, знаешь, что он мне купил? Уже мне купил в это помещение кроватку для мейкапа. Кроватку для мейкапа, столик в Икеа за 2000. И еще сушилку для ногтей. Ты знаешь, как глаза болят, когда делаешь вблизи бровки, когда делаешь реснички. У меня так болят глазки. Но я занимаюсь бизнесом, я уже 20 тысяч заработала. И уже хватило даже мне частично оплатить за мой iPhone. Лучше так, чем на кого-то. Лучше так буду сама на себя работать, чем на дядю. Я бизнесмен Анастейшн. Заходи ко мне в паблик, увидишь мои работы, мое портфолио. Знаешь, мой муж бизнесмен. Че, серьезно? Да. А че, зачем занимается муженек-то? У него своя автошкола. Да? Да. В смысле своя? Ну, своя. А чё у тебя до сих пор прав нету водительских? Он переживает за меня. А, понял. Дед, прикинь, чё мне мой выдал. Иди работай, говорит, представляешь? Так я и ушла от него к другому. А мне мой, знаешь, что сказал мой муж? Он сказал, знаешь, что сказал мне? Он сказал, слушай, Зай, ты такая красивая, может быть, ты пойдешь на работу на OnlyApps, на OnlyFans, будешь себя продавать, а я буду в доту дома ждать тебя играть. Мой муж не работает, а я работаю. То, что я показываю себя на камеру, он не против, представляешь? И я так деньги в семью приношу, и муж одобряет. Он у меня такой клапанька. Какая тварь, а? Ничего, я свой бизнес потом открою. Ты что думаешь, я просто так там себя показываю? Нет, я коплю на квартиру. Как накоплю на квартиру, на машине Mitsubishi Lancer, себе куплю Lancer в 10-м кузове за 350 тысяч. Тогда я буду вообще по-другому. Другая работа, бизнес у меня будет свой. Открою свой магазин мейкапа. Я понял. Нет вопросов. Ой, да вам, мужчинам, только одно и нужно от нас. Это секс? 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 Ты знаешь, пусть мой муж и жирненький, зато у него душа большая, и он меня не обижает. Он сделал мне... он квартиру купил для нас.
И еще взял в аренду для меня офисное помещение 12 квадратов за 15 тысяч. И я там себе сделаю свой бизнес. Как хорошо быть в своем офисе. Здесь можно делать мейкап, фотостудию открою. Куплю себе гринскрин и буду девочек подруг фоткать. Я фотограф Анастейш, у меня Nikon 5100 с китовым объективом 4.0-135. Я буду делать такие фото, как студийное фото Риханы, всякой там, всяких этих там самых Бритни Спирс. Буду хуярить. У меня такой будет большой корпоратив. С девчонками пойдем, и я буду всех фотографировать. А потом скину им на флешку после обработки в Lightroom. Они скажут: о, Анастейшн, ты такой классный фотограф. А мне мой муж дает деньги. Сколько? 12. А мне хватает. Я сегодня купила себе косметику фамилии. А там еще наволочку купила, постельное белье. Сумочку купила, знаешь, такую с фирмы Дольче Геннена. Какую? Дольче Геннена. Это фирма, а только фамилия. Там перечеркнуто евро, 1000 евро. А там перечеркнуто и 2000 рублей. Прикинь, как я урвала. Она одна там была. Дед, ты че ебанулся, у тебя шиза? Раньше мы с моим мужем путешествовали. В Турции были каждый год. Представляешь? Да, мы в Турции были. А потом обратно возвращались в нашу однушечку и так счастливы были. Зато в Турции путешествовали, мир повидали. А потом обратно в однушечку старенькую, но зато вдвоем. Это такое счастье, путешествие. Ой, знаешь, в этом году мы в Турцию не попали. Я свою тему. А куда попали? А мы в этом году в Сочи были. Да ладно. Да, мы в этом году были в Сочи. Мы в этом году были в Сочи. Мы не были в Турции. В этом году не попали. Там цены не пойми какие. Вот эти санкции. Мы в этом году поехали в Сочи на своем автомобиле, заметьте, на Ладе Гранте. Ну, мы не арендовали, мы на своей машине. Доехали, хорошо, машина нормально. В Сочи поехали. Отдохнули, но цены, конечно, лучше в Турцию съездили. Ну ничего, мы потом приехали, посмотри, какие фотки. Хочешь посмотреть? Покажи, фотки покажу вам. Фотки, фотки, мы много где фоткались. Вот мой муж с пивом. А вот я в купальнике, да, на фоне Сочи. Мы приехали в однушечку свою старенькую. Но зато мы были на отдыхе. Представляешь, мы с моим мужем путешествуем по стране и по миру. Загранник сделали на 5 лет. Да. Мы путешествуем, мы страну посмотрели, мир посмотрели, а потом обратно в нашу однушечку. Да, представляешь, посмотри фотки, где мы были. Вот, это башня, вот это как она называется. Ну, это такая башня, ну ты понял, да, это такая башня, все знают, это я там была. Ага, да, мы там ходили, мы ничего не привезли. Магнитик, вот, на магнитик тебе, на холодильник. Это же мы были на отдыхе, вот вам на холодильник магнитик наш. Ага, это мы там были. Да, были в Франции, Париж. А потом обратно в однушечку. Ага. Фу, блин. Зато мир повидаем, так сказать. Что может быть лучше со своим любимым путешествовать? Магнитики, вот. Мы привезли всем подарки, встречайте. Знаете, это вам, знаете, как это халва турецкая. Вот это вам. Ой, а это вам, магнитики. Ой, а тебе кружечка для пива. Ты же любишь пиво? На тебе кружечка какая. Такой кружечки ни у кого нету. Только у тебя. Это прямо оттуда, да, из Турции. Какой же ты скуф, ёбаный. Хватит пересказывать свою жизнь. Бедняк будет всегда жить в конуре, неважно, сколько у него денег. Зато он путешествует. По стране и по миру. А ты сиди дома. А мы путешествуем. И потом возвращаемся обратно в наше гнездышко, в однушечку. В спальном районе нашего города. Мне так нравится наш город. У нас так хорошо, тихо, спокойно. Ой, я бы не могла бы жить в Сочи, нет. Отдохнуть, да. Вот, кстати, фотка, я стою на фоне Сочи. Магнитик я взяла. Магнитик, я знаешь, что купила?
Это просто разрыв башки! Я купила себе воздух Турции! Представляешь, прям баночка такая закрытая. Открой, возьми! Это воздух Турции! Понюхай, вдохни его! Это воздух Турции, блять! Тварь, а? Турция такой прекрасный город! Мы так любим Турцию с моим мужем. Но мы потом обратно возвращаемся в нашу однушечку. Да и похуй, главное вместе. Мой муж откладывал на Турцию 100 тысяч. Да, у меня муж много зарабатывает, 100 тысяч. И мы поедем с ним в Турцию, можем себе позволить. Я купил Сонечку нам в семью. Сонечку пятую для своей любимой Resident Evil. И все части... Вот это его, вот, как он, Black Hole, страшилка. Моя любит так страшилки с подругой вместе проходить. Она сидит, пьет пиво с подругой и проходит. А я в это время с друзьями. Я так люблю ее, у нас такая Сонечка красивая, беленькая. Это самая последняя приставка, Сонечка пятая. Хочу Mortal Kombat еще купить. Но со следующей ЗП-шечки возьму. Для своей любимой, любая игрушечка. Она у меня вообще фанатка игры богов. Сонечка пятая. Нет, Xbox мне не нравится. Там, говорят, графика похуже. Мы Сонечка, у нас была Сонечка до этого третья, четвертая. А тут я раскошелился, прикинь, взял пятую за 50 тысяч. Я на работе практически начальник. Практически начальник, меня все уважают. Так заебался, если честно, столько обязанностей. Я на работе практически начальник. Ого, а сколько ж ты получаешь? Ой, ты знаешь, столько как я получаю, мало кто получает на моей работе. Я начальник. Я бизнесвумен. Я покупаю в Китае Алиэкспресс сумочки и продаю здесь на 20 рублей дороже. У меня даже группа есть ВКонтакте, Светлана, купи-продай. Алиэкспресс, да, заказываю, месяц жду, потом продаю. У нас такого нет, а в Китае это очень популярно. Понимаешь? Чехлы вот эти все на новые часы Xiaomi Band 5. Еще я пылесосы Xiaomi продаю. Девчонки, пылесос. Девчонки, пылесосы, пауэрбанки, Xiaomi. Заходите ко мне, Светлана, купи-продай. Это целый бизнес, вам не понять. У меня свой сайт скоро будет. Сайт я сделаю сама. WordPress, движок WordPress. Куплю себе хостинг, домен за 5 рублей. И все будут знать обо мне во всем интернете. Алло, привет! Я занимаюсь оформлением дизайна твоего магазина цветов. Да, раньше было выгодно цветами продавать, а сейчас уже это так ниша занята, что даже не знаю, куда податься, в какой же бизнес пойти. Ладно, я буду делать ноготочки. А муж, купи кредит, пожалуйста. Давай кредит возьмем. Фотоаппарат хочу Nikon. D5100 кит. За 35. Это фотографом я стану, а потом кредит выплачу. 150 тысяч, да. Сколько? 150. Так фотоаппарат 35. Остальное на продвижение, рекламу ВКонтакте. Понятно. Иди на. Я купил себе телевизор, любимая. Будем смотреть, нам теперь кино не надо. В кино ходить не будем. OLED. Мне советовали QOLED. Но нет, я купил OLED. Большой телевизор, 55 сантиметров. О, любимый. Я буду смотреть свой любимый турецкий сериал на нем. Да, зая, Dolby Vision.